Фудзона, оригинальные поделки, своя продукция, диджей, настольные игры. В общем, выглядит это все многообещающе. Сейчас попробуем и на вкус. Начнем, пожалуй, с активности. Вот здесь как раз ребята, кажется, играют настольный футбол. Здравствуйте, как дела у вас? Здравствуйте. Очень хорошо. Чем занимаетесь? Играем. Может, с вами попробовать? Конечно. Футбольчик, мальчики походят на качков. И судьба. Спасибо за игру. Будем считать это обидным поражением, как год назад от хорватов. Да? А мы идем дальше. Я представляю авторские варенье из Казани в составе цитрусы, травы и, конечно же, любовь. Вы все сами делаете? Да, и придумываю, готовлю сама своими руками. Очень круто, удачи вам. Спасибо. Посмотрим, что ваши соседи. Здравствуйте. Что у вас есть? Восхитительные воронцовские сыры ручной работы. Вот этому сыру 2 дня, а вот этому сыру 18 месяцев. Англичане в прошлом году брали, очень хвалили, все очень вкусно. Большое вам спасибо, удачи. Так вкусно рассказывают, аж аппетит разыгрался. Посмотрим, что дальше. Вот здесь тырдельники есть, там дальше фалафелы. И вон, я, кажется, вижу мясо. Сегодня мы на открытом воздухе коптим семгу по-фински. Мы используем специальный карамельный соус и коптим его на открытом огне на сосновых досках. Приходите, будет очень вкусно. Сами наслаждаемся данным фестивалем. Очень круто все. Спасибо большое. Так вкусно рассказали, что я даже немного перехотел. Есть уже, наелся. Пойду отдохну. Кстати, специально для этого здесь играет музыка от диджеев. И играют они на пластинках. Пришел с женой, ребенком. Привыкает, чтобы с первых своих дней жизни к культуре современной. Вот. Хорошее настроение. Меня муж привел на фестиваль, у него день рождения. И как отмечаете день рождения? Замечательно. Вместе с семьей вот играли в кикер. Едим мороженое, отдыхаем. Ну и куда же без искусства? На фестивале специальная выставка «Красная». Вот, кстати, ее автор Эльгизар Хасанов. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про выставку, да, из чего она состоит. Выставка «Красная» — это часть трилогии женской, мужской. Ну, можно увидеть там автоматы, милитаризм, у девочки платочки, игрушечки соответствующие. Это такая, в общем-то, история поколений, история страны вот через красные предметы. Большое вам спасибо. Такая вот, можно сказать, инвентаризация, фестиваль новых городских инициатив. Слават Нахумадуллин, Алмазия Динов, ТНВ, Казань.